Че, сыкуете уже? Так вам и надо! Сейчас устроим вам некоторое дерьмо. Всем привет! Вы на канале DevPlay, и сегодня мы будем продолжать проходить Beyond Two Souls. Не забываем поставить мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали! Слушай, я боюсь. Можно я не пойду? Джонни, ты же сама меня целый месяц упрашивала. Я там никого не знаю. Вдруг они злые? Женская логика. Да и платье дурацкое. Да ладно, миленькая. Вернемся. Ну, успокойся. Нет причин для паники. Это просто день рождения. Я знаю, ты всем понравишься. Будет весело, заведешь друзей. А потом всем скажешь, что ты мужик. Так, ладно, погнали. Так как... А, вверх. Я уже научился, что тут маркеры не отображаются. Стихи Эдгара По. Редкое букинистическое издание. Ей понравится. Да? Не бойся. Все будет хорошо. Да! Я приеду в 5. Удачи. Удачи мне понадобится, это определенно. Блин, ну платье реально ничего так. Чего она прикопалась к нему? Так. А, позвонить надо. Сука. Динь-дон. А, Джоди, заходи. Эй, Кирстен, ты где там? Мне пора. Давай, входи, не стесняйся. А, Джоди, да? Проходи, мы тут с подружками, ну и пара парней таких более или менее. Это подарок? Клёво. Я пошла, дочка. Развлекайтесь, только без глупостей, ладно? Да, мам, как скажешь. Без глупостей развлека... Да, блин, чёртово управление. Ребята, это Джоди. Она из 4-го отдела. 4-го? Паранормального, что ли? Что делаешь? Гнешь ложки силой мысли, да? Типа того? Нет. Тусуем! Я за пивом, парни опускают жалюзи, девочки зажигают свечи, а ты, Джоди, вруби нам музыку. Оторвемся! Это что, вечеринка спецагентов, что ли? Подопытных? Так, подруга, ты вроде бы кажешься самой нормальной тут пока что. Блять, с тобой взаимодействовать нельзя, а... Опа! А, это музыкальный центр. Мне издалека показалось похоже на принтер. Нет! Ну что это за трэш? Отойди. Врубим что-нибудь повеселей. Такое, чтоб качало. Это по-твоему качает! Я вообще хотел эту хуйню вырубить, потому что минус АП. А вот что я заныкала под кровать. Ой, блядь. Джоди, идем отсюда, ну нахер. Мама даже нос ко мне не сует, бедная наивная женщина. Кирстен, ты умница. Джоди, будешь? А чё, нет? Блядь! Спасибо, я не пью. Я вообще-то хотел бухнуть. Слушай, ты столько теряешь. После третьей банки мир становится не таким отстойным местом. Да я нечаянно не то нажал. Вообще я собирался накатить, ну ладно, придется накатить в реале. Хоть с этим так, во, все, накатываем. Погнали. О, молодец, малышка. Эти еще. О. Ну, если с двух глотков ее понесло. Так. Подожди. А чё мы прекращаем накатывать? Воу, 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 воу.
В смысле, она два глотка сделала, там даже 0,5 пива не выпила-то. Пер знает, на что мы соглашаемся. А, косяк. Давай. Че нет-то? Понеслись. Так, двойка. Оба. Да, подруга, первая тяга всегда тяжелая. Со мной так же было. А со всеми так же было. Господи, чё ж тут скрывать-то? Давай еще. О, вторая уже чуть полегче идет. Да. У меня один вопрос, а чё косяк не уменьшается-то? Ну, я, конечно, не специалист по косякам, но, по-моему, они вместе с алкоголем не особо действуют же. Ты бледная. Типа, вроде как начинает попускать. Что, нехорошо? Или нет? Блин, ну я не спец, я не знаю, как это работает. Уж извините. Выглядишь жутковато. Блин, она сейчас блеванет еще. Или всех поубивают. Ты как, Джоди? Блин, а как ты думаешь? Хуёво. Что еще можно сказать? Так, нам надо на воздух. Или не знаю. Я знаю, о чем ты думаешь. Что мы здесь делаем, да? Ну я да. Я тоже, честно, не знаю. Помню, ты говорил. Вот ли, с кем она разговаривает? Я просто хотела узнать, каково это. Тусоваться. Быть с друзьями. Ага. Такого я не ожидала. Так. А куда тут еще можно? А, стоп, может наверх можно? Я не знаю, давай попробуем. Это... Повернись-то, бля! О, класс, паш. В смысле? Да давай, чё ты... Да чё ты сыкуешь? Подруга, ну блин. Ладно, давай тогда на выход. Блять, тут стена. Боже, я запутался в планировке. Чё-то какая-то дебильная планировка, ну кой хрен она тут таким выступом сделана. Ну ладно. Так, тут, я так полагаю, тоже окно. Нет, тут вроде как двери, но я не вижу маркеров. Ладно, возвращаемся. Так, мне полегчало, это уже хорошо. Так, а чё я собирался сделать? Так, ладно, присядем. Устала, малышка. Ты смотри, какой мочи, а? Привет. А я Мэтт. Джоди, да? А ты умный. Я тебя раньше не видел. В другой школе учишься? Ладно. Я не хожу в школу. У меня своя программа. Это... очень скучно. Ну, признаюсь, мне не хватает общения. Но я уже почти привыкла. А ты работаешь с мамой Кирстен? Дружелюбно. Да. Она тоже в отделе у нас. Она подумала, мне будет полезно пообщаться со сверстниками. Ну и позвала. Я вот раньше жил в Лондоне. 2 года назад переехал. А ты? Ты где жила? Бля, ну давай честно. На базе. Я живу на базе с самого рождения. У тебя есть хобби? Как ты развлекаешься? Я люблю серфинг, играю с друзьями в рок-группе. А ты? Ты что любишь? Дружелюбно. Может показаться скучным, но... я люблю читать. Люблю спорт. Хотя мне нельзя покидать базу, так что особо не развернешься. С
Слушай, а как ты попала в 4-й отдел? У меня есть дар. Связь с существом. Существо — это в смысле призрак какой-то? А, так вот с кем она разговаривает. Понимаю, звучит бредово, конечно, но это как бы невидимый спутник рядом со мной. А сейчас он здесь? Ну, сейчас. Да. Да, он нас слушает. О, медляк. Потанцуй. Как не взрослые рядом, так призраки. А давай танцевать, чё нет-то? Потряси своей жопой, дорогуша. Потому что потом мы будем убивать людей. Так, дайте угадаю, она ее попробует или засосать, или сразу изнасиловать. Эй, блядь! Ай! Да блядь! Прости, все-таки неуклюжие мы с тобой. Мысли, а ничего. А что делать-то надо было? Я не совсем понял. Наверное, тебе это часто говорят, но ты очень красивая. Бля, ну это да. Ты тоже очень симпатичный. Ты не похожа на других. В тебе есть что-то особенное. Ну, симпатия. Ты тоже не такой, как все. Откуда ты знаешь? Оп, давай сразу за жопу. Обнять. О, да, детка. О, да. Подростковые потискушки за жопу. Давай засосем. О, да! Понеслись! О, это отлично! Давайте, давайте уже раздеваться прямо тут! О, да! Сейчас начнем дикий трах! Или нет? Да чё вы с музлом-то наделали? Мало того, что теперь у меня не будет монетизации на этом видосе, это уж точно. Так еще и они на этом закончили, ну какого черта-то? Блин, это даже обидно как-то. Ребят, ребят! Ух. А пусть Джоди продемонстрирует нам свою супер-пупер-мега-силу. Не-не-не-не. Прикольно. Да брось, она врет. И правда, Джоди, а то скучно. Да вы ёбнутые. Джоди, устрой нам шоу. Флэш! Ладно, сейчас будет вам супершоу. Мы все тебя ждем. Ты охуела? Чего на нее наезжаете? Помолчите. И не шевелитесь. Как мне страшно, ща обоссусь. Так. Блять, маленький гондон, ты где? Блин, я в него не могу вселиться. Айден, они ждут. А, вот как. Я мерзну. Что происходит? Там. Там кто-то есть. Не психуй, Эмма, там никого. Клянусь тебе. Как будто... Че, сыкуете уже? Так вам и надо! Сейчас устроим вам некоторое дерьмо. Так, а что отсюда можно сделать? Нихера отсюда нельзя сделать. Долго еще ждут? Телек, вы посмотрите! Эй, вы слышите? Там как будто голос. Так. Ну все, с меня хватит. Да, хватит. Да.
На самом деле страшно. Вот сукуна малолетняя. Я совсем не хотела вас напугать. А я хотел. Вы сами просили. Так, ребята, пора есть вкусный мамин торт, а потом мы будем открывать подарки. Хотя торт подождет, подарки важнее. Люблю, целую, твоя Джен. О, спасибо. Там гетры? Нет, стринги, там дело-то. Как я и хотела. Больше не воруй у мамы. Может, нормального парня найдешь? Ах, эти женские шутки. По-моему, они очень секси. А это что за дрянь? Старая книга. И вонючая. Букинистическое издание. Стихи Эдгара Аллан По. Эдгар Аллан кто? Ты что, украл ее из дедушкиной библиотеки? Нет, ну, это мразь. Антиквариат. Ага, как твое платье. Не поняла, это прикол? Ты принесла мне на день рождения этот отстой, да? Думает, она умная. А сама просто крыса. Притом омерзительная крыса. В смысле? Да. Весь вечер за мной бегает, как собачка. Так и просто. Чё они на нее быковать-то начали? Она еще и шлюха. Я и звать-то ее не хотела. Это все мама. Да, шлюха. Шлюха и ведьма. Чего? А давайте ее проучим. Что делают с ведьмами? Сжигают. Держи ее! На! Эй! Да пошли в сраку! Могильный тьмы, веди нам свою силу! Так, я мышку дрочил, я не понял, а что она не сработала? Выпустите меня отсюда! Вот так с самого начала! Пожалуйста, откройте мне! Ну и где там торт? Пустите, да, я уйду! Я отпустите меня, я не хочу тут сидеть, прошу вас! Ну а стучимся! Так, по-моему, пора переходить в режим берсерка. Боже, мне ее даже жаль. Чего они на нее согрелись? За что? Вытащи меня! Айден! Айден это типа ее призрак. Все, я понял. Я думал, с кем мне надо будет меняться. Так, давайте отомстим, чего нет-то? Сволочи мелкие. Ебашим Айден. Так, чё можно сделать? Молодец, очень смешно, Стив. Эй, это не я! Не я, правда? Понесли! Нифига себе, я сваливаю! Не бросайте меня! Я тоже ухожу! Получи, сучка! Дверь не поддается! Отлично! Не может быть, дерни сильнее! Сейчас будет мясо! Спокойно, не надо паниковать. Так, не, подожди. Нам надо обратно. Что тут можно сделать? Окно, что я сделал? Попробуйте в окно. Слушай, детишки, да вы охуели. Че под стол-то спряталась? Так, если это шутка, то мне не смешно. Воу! Ха-ха-ха-ха! Получи, скотина! Нехер было надо мной издеваться. Да подожди. Оба. Гнида. Ты тоже получи. Мама, мама, спаси меня. Ай, подожди. Да чё с этой бутылкой делать-то? Опа!
Обоссысь! Обоссысь со страха! Так. Опа! Боже, это было больно, походу. Не останусь. И это... Чё оно не работает? Боже, блядь! Спасите! Спасите! Да. Всё, Айден. Ты проучил их. Хватит, пойдём. Не-не-не-не-не-не-не. Блин, я ещё не закончил. Оба! Так, а чё с этими-то делать? Блядь! Да... Ладно, ладно, уходим. Она меня попросила уйти. Конечно, весело с ним... их над ними издеваться, но ладно. Чем разве получили? Вот нехер было! Кирстен! Боже, что случилось? Она её ёбнуло креслом. Она ведьма! Ведьма! Идём, Джоди. Идём домой. Почему никого не смутили бухие, обкуренные подростки? Я не понимаю. А то, что она немного говна наделала, так это уже сразу плохо. Так, почти никто не бухал. Чё нет-то? И почти все напали на подростков. Красавцы. Так, первый разговор. Так, хорошо, интересно, что же сейчас будет-то с первым разговором-то? Хватит, Айден! Это все из-за тебя! Перестань! Да чё ты это самое? Он заменит доктора Мэттьюза. Теперь он будет с тобой заниматься. Он не понравится. А, я в качестве Айдена по... Ну, блядь, ну это я уже понял. Давай, скорее. Так, Я тут посижу. Мысли. А что делать-то? Джоди, он тебя ждет. А, то есть мне встать надо было. Господи! Кто ж знал-то? Привет, Джоди. Здоровушки. Меня зовут Нейтан. Нейтан Докинс. Я думаю, нам надо с тобой подружиться, узнать друг друга получше. Если ты не против, конечно. Не уверен. Ну ладно. Так. Тесть. Моя работа — исследовать странные явления. И объяснять их. Ведь с тобой происходит что-то странное. Какой-то наблюдательный. Пожать плечами. Мама сказала, у тебя есть невидимый друг. Ну, допустим. Джоди, и давно с тобой этот друг? Да. С рождения? Пожать плечами. Он призрак? Или, может, дух кого-то умершего? Да не знаю я! А... Можешь его нарисовать? Ну, давай. Блин, мне интересно увидеть.
чё она там сейчас накалякает, а? 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 Ну, рисуй! А, господи, мне надо было сделать-то. Ладно. Чё там сейчас за Монолиза будет? Тик, блядь. А, единичка, единичка, единичка. Есть. Это что за свастика? Можно мне посмотреть? Это и есть твой друг, и между вами что-то вроде нити. Он сейчас здесь? Да. Попросишь его показаться? Да. Погнали. Блин, мне тоже же интересно увидеть, ну. Ну и... А, боже, мне надо было сделать. Че, мужик, очко играет? Приказываешь ему что делать? Айден не слушает ничьих приказов. Никогда. Он как лев в клетке. Мы связаны. Он не может уйти. И это его злит. Я-то его не держу. Я бы его отпустила. Он меня иногда сильно пугает. Это он тебя так? Божечки. Нет. Это чудище. Заебись, а чудище кто? О, господи. Сейчас от часа не легче, а? Так, почти все нарисовали, почти все показали, на что способен Айден. Класс. Добро пожаловать в ЦЛО. А, это после вечеринки было. Ясно, понятно. Мы ебали медведя, бля, буду я. Мишка плакал и стонал, жопу лапой прикрывал. Хорошая песня, не правда ли? А. Вот здесь ты будешь спать следующие 3 года. Класс. Тренировка в 5 утра. Не проспи. Ясно, понятно. Тирана моднявая. Какие порванные джинсы-то. Так, стоп, я понял, сейчас мне надо будет что-то делать. Ай, блядь! А, понял? Чего? А, стоп, так. Есть! Так, а теперь-то что? Ухватилась! Раскачалась и перехватилась! Четверочка! Да блять! Оп! В смысле, а что подтягиваться? Зачем это было? Ладно, не суть важно. О! Есть! Давай, Холмс! Быстрей! Сколько мне тебя ждать? Ты что на меня по-своему азиатски кричишь-то, а? А, господи. Когда там игра замедляется, следите за Джоди и завершайте ее движение. Ладно. Я понял. В смысле, а как завершить-то, блядь?
Ладно. А мне просто надо... Эть. Приготовить, приготовился. Опа! 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 Так, что-то даже уже получается. Я способен обучаться. Я не настолько тупой, как можно было бы быть. Прячься. Целься. Блин. Бля. Ясно? Не. Эй! Переместиться. Ага. Вот что это означало. Переместиться, блядь. Бля, мужик, ну не ори ты так на меня. Прыгнуть. Губа! Нах! Да. Да. Что да? Типа у меня какие-то выдающиеся способности? А, господи. Нет, ответ неверный. Бля! Еще разок. Так, боец, давай-ка, убери эти бочки. Да хуйня. Это попроще. Нахуй! Оба! 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 Чё? Хорошо. Как? Продолжаем. Так, с азиатом мне больше нравится. Да блинский, блин, опять. Эх, ладно, понеслись. Гоба! 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 Ты чё? Ай, блядь! В смысле, иди в ту сторону? Да понял, я понял. Дом! Ты чё не так-то, блин? Твою мать. Вроде ж все правильно было. Видите прикол? Я три раза в одном том самом направлении мышкой подвигал, и с третьего раза она только раздуплелась. А тихо. А чё, хорошая жопа? Чуть мне не нравится моя жопа. Даже мне моя жопа нравится. Да, блядь, я уже быстрее, чем она, начал нажимать. Ох, жить типичные. Живей, боец! Ты же не на прогулку вышла! Типичные тренировки американского спецназа, а? Ач! Ач! Есть! А что теперь делать-то? А, единичка! Давай, 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 давай! Опа! А, господи! Оп. Бля, я так не смогу! У меня яйца порвутся! Чтобы исцелить Джоди. Ну если, блядь. Прила.
Отложить экране. А, обе надо. Все, я понял. О, все хорошо. Призрачное исцеление. Ой, вей. Бля, малышка, соряныч. Давай. Хоть в игре. Блять. Да я понял, понял. Блять. Да я по. Боже, я что-то провтыкал, что надо просто зажать. Да какого черта? Почему у меня это не получалось? В смысле, теперь с двумя, что. Ёб твою мать! Господа, это нечестно, он, сука, с палкой! Воу! Охуел, блядь! Ебальником, блин, сейчас об палку будешь стучаться мне тут! Сука! Вошел в сраку! Дрянной, блин, азиатишка! Я тебе сейчас руку нахуй сломаю! Неплохо. Я в курсе. Так, с чем у меня были проблемы? А. Я думал, она сейчас опять будет прескочить. А нет. О, господи, еще их так много-то. Ей-богу, я сейчас обосрусь. Поменять. Тихо. Так, он меня видит. Мысли, а как его отвлечь-то? Я понял. Зачем мы своих-то вырубаем? Ну ладно. Фиг с ним. Вау! Я понял. Да блять, а что делать-то? В смысле, я тут просто мимо прошел? Ну ладно. Джоди! Не подставляйся! А ну-ка, заново! Да чтоб тебя! Даже я знал, что он подставится. Она подставится. Так, отлично. Боже, чувак, мне тебя типа жаль. Тупо жаль. Просто представьте, если бы это реально его каждый раз вырубали, а? А? Бедняга. Так что если... Тихо. Блять, почему меня остальные не замечают? Есть. В смысле, блядь, я ж не вижу, что делать-то. Хер меня видит, а? Так, а что я могу сделать с этим хером? А, вот что могу.
Бах. Да сука! Ты что, собралась поторчать тут всю ночь? Нет! Еще раз, давай! Мразь, ты недовольная. Я бы тоже хотел побыстрее с этим справиться. Я уже почти дошел до этого самого. До флажка. Так, погнали. Дядь, ты минус. Супер. Так, может этого сможем вырубить? Тихо. Отлично. Пока все хорошо. Трахаем этого господина. Супер. Так, у нас остается... Да, не-не-не-не-не, я понял. Так, ладно, нам надо... Черт, ну а с этим-то что мне делать-то? А, стоп. Блять. Ни хрена непонятно. Он-то меня палит. А! Супер. Бах. Да твою налево! Черт. Все, я по. Я собралась поторчать тут всю ночь. Слушай, Китайоза, заткнись. Еще раз, давай. Ладно, 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 еще раз. Все, я понял все, что тут сейчас надо будет сделать. Так, миссия. Я понял. У нас сейчас немножечко бздыньк. Лично. Так удобно стоит ко мне спиной. Супер, готово. Паник, так, там никого нет, можно перемещаться. Так, этот молодой человек. Они так мило не кричат. Ай. Солнышки прям. Эх, тихо. Так. И тебя, моего. Да спрячься ты! Так, хорошо, погнали. Значит, этот у нас сейчас будет душиться. И все. Этот у нас немножечко вырубился, а теперь мы отвлекаем этого. А теперь мы... Неплохо, Джоди. Блядь. В реальном бою ты была бы мертва. Я тебя не рассчитал! Ты бы не успел даже пасть раскрыть, Райан. Ладно, я его рассчитал. Что ж, неплохо, агент Холмс. Ты прошла. Мои поздравления. Спасибо.
Спасибо, сэр. Да, Джоди. Добро пожаловать. Эй, у тебя получилось. Джоди. В смысле, то они на нее орали, теперь хвалят. Какого черта? Окей, думаю, сегодня на этом можно будет заканчивать. Нас приняли в ЦРУ или куда там. Или куда там, или в СБУ. Я не знаю, что уж для вас круче. Ну, в общем-то, приняли. Что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока.